Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем проходить игру Лего Jurassic World. Так, и я прошел уже, получается, две сюжетных линии. Это линия парка Юрского периода и Затерянного мира. И теперь мы отправимся на еще раз на объект Б, но в этот раз уже в парке Юрского периода третья часть, которая вот эта, да. I bet you didn't know this. Dr. Grant, I give you the resonating chamber of a velociraptor. This is brilliant, Billy. Really, it is. Sad to say, I'm gonna have to pack up in 4 weeks. Dr. Grant? Paul Kirby. Kirby Enterprises. Amanda and I just love the outdoors. Heck, we've been on just about every adventure tour they can come up with. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. And of course, we'd love to make a contribution to your research here. Me when we get there. Unidentified aircraft approaching Isla Sorna. You are flying in restricted airspace. I think they're looking for someone. Ben! Eric! What are they doing? They're setting up a perimeter to make the place safe. On this island, there is no such thing Eric! As safe. We have to get back on that plane. Will you tell your wife to stop making that noise? That is a very, very bad idea. Так, отлично, приземлились. Сейчас будем собирать все, что я люблю. Так, здесь нужен, к сожалению, дилофазавр. О, это тоже можно разрушать, отлично. Да-да-да. Отлично, все монетки мне пригодятся. If she keeps shouting like that, we're gonna have every dinosaur on the island on top of us. Но мне нужно собрать полную шкалу, так что ничего не знаю, пускай пока орёт. Так, я застрял. Какая же тут большая зона посадки-то, вы посмотрите. Столько всего. О, комсогнаты, это... Точнее, прокомсогнаты. Которые здесь просто компи называются. Ага, понятно. Туда мы подходить не можем. Так, ни у кого из нас пушки нет, я понял.
Так, это спинозавр там уже шумит. Так, все, с этой стороны все собрали, теперь можно сюда топать. Да, это, конечно, была ужасная идея. Так, я что-то забыл. Ага, вот так. Не то. Мистер Кёрби. Так, что-то сбросились параметры, по-моему, да? Так. Теперь попробуем. Я что, не сохранил? Как это работает? Да, не сохранил. Применить надо было нажать. Такого чувака у нас тут нет, я вас понял. О, компик, иди сюда. А, вот для чего. Теперь мы знаем, что у нее есть лассо. Местный Индиана Джонс. Так, почти половину уже собрали, это хорошо. Получай ты. Так, а у тебя что есть? А, у него фотик, я понял. Так, ладно, полезли тогда за женой его, что ли.
I can get up this way. Мне просто интересно, что у нас здесь. Sognathus. I never knew they attacked in herds. But their bites hurt so much. Come on up. А где Билли? Мне нужен Билли. Мать его, ты где? Чё ты тут скачешь, диконький? Я ты там еще не все собрал. Нужно еще собрать. Теперь все. А, здесь нужен Алан Грант, я понял. Давай ползи. Ага, и сейчас мы тут все починим. Да вы чё ж все попрыгали-то обратно, а? Господи. Ну понятно, тут нужен Алан Грант, который чё-то лезть не хочет. Как же вы мне бесите, придурки. Уровень интеллекта лего-человечек просто, ну вот серьезно. Так, чуть не упал. Опасно было. Не, не затыкается никак, ты смотри. Это было зря. Ага, мистер Кёрби нужен. Чё ж вы такие тупые-то? Двигайтесь сюда, отвали. What's the bad idea?
Так, отлично. Ого, сколько монеток. Давай сюда это все. А как вот это мне собрать, мне интересно. Почти. А, не хочет. Блин, я ничего не вижу, надо подвинуть. Никакой реакции. А, напишите мне в комментариях, как это собрать. Я, может, конечно, туплю, но что-то он не хочет от стены отпрыгивать. А, может, женщина нужна просто. The other guy. Cooper's a professional. He can handle himself. Ага, понятно. А, больно. Ау! Ура! Все собрали. Твою мать! Уйди! А, больно. It's time you did some explaining, Mr. Kirby. Я что, не набрал? А, черт. Печально.
Так, ну что ж, на этом видео я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем. И посмотрим, что тут еще нам предложит этот остров. И на вот этой ноте я заканчиваю данное видео. Живите и процветайте. Всем пока.